Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop – это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Недавно написал одному парню программу питания, и там нужно было съедать 3 яйца каждый день. Через некоторое время, когда он прочитал эту программу, написал мне: «Я читал, что нужно съедать в неделю всего лишь по 3 яйца, а ты мне тут понаписал, что нужно каждый день съедать по 3 яйца». Вот, я сейчас снимаю это видео, чтобы объяснить, почему нужно и важно съедать каждый день по 2-3 яйца. Поехали! Начнем с того, что в яйцах очень много различных витаминов, и наш организм не может жить без витаминов. Одним из наиболее важных витаминов в яйце является содержание витамина D. Витамин D помогает кальцию в нашем организме усваиваться лучше. Как мы знаем, из кальция состоят наши ногти, наши волосы, наши зубы, поэтому кальций жизненно необходим нашему организму. Куриные яйца также содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и четкое зрение. При дефиците лютеина в глазу накапливаются необратимые деформации, которые приводят к резкому падению нашего зрения. Также в яйцах содержится такое вещество, как холин, более известное в народе как витамин В4. Холин является важнейшим строительным материалом мозга. Именно поэтому очень важно кушать яйца, потому что там содержится холин. И также холин влияет очень хорошо на память. Ежедневное употребление яиц способствует предотвращению склероза. Многие люди боятся есть яйца, потому что там есть холестерин. Да, он там есть, но он уравновешен фосфатидами. Фосфатиды тормозят собственную выработку холестерина организмом. Поэтому употребление яиц для человека становится безвредным. Также в яйцах содержится омега-3, которая способствует уменьшению риска сердечных заболеваний. Также в яйцах содержится витамин В12, который способствует укреплению волос и кожи. А фосфолипиды, содержащиеся в яйце, способствуют выделению токсинов из печени. Также холин, из которого строится наш мозг, способствует уменьшению развития онкологических заболеваний. Теперь давайте разберем, кому противопоказаны яйца. Первые личности – это у кого есть аллергия. Вторые личности – это у кого есть проблемы с печенью. Третьи личности – у кого есть какая-то непереносимость белка. Люди, страдающие от атеросклероза, от псориаза, тоже лучше должны воздержаться от яиц. Конечно, у яиц есть свои минусы, но они очень зато отлично подходят для бодибилдеров, для качков, кто занимается фитнесом. Почему? Потому что в них есть очень много калорий, также очень много белка. Ну как очень много? Достаточное количество. Вы съедаете 3 яйца и получаете довольно много калорий, довольно много белка, и этого вполне хватает, как будто обычный шейкер выпили с протеином. Именно поэтому все качки просто лопают эти яйца по 10-20 штук в день. Я надеюсь, что эти мифы о вреде яиц разрушены, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, покажите его своим друзьям, чтобы друзья не расстраивались, что нельзя им есть яйца каждый день, и увидимся в следующем выпуске. Пока!